Я так рад, что у меня появились родители. Тебе у нас понравится. До свидания. Я буду по вам скучать, мистер Хантер. Спасибо, что помогли с усыновлением. Да, да. Ох, наконец-то они ушли. И я могу расслабиться. Повезло, что они так быстро приняли решение. Блаженная тишина. Какие там новости на бирже? О, нет, только не это. Кажется, я догадываюсь. Он нас чуть не взорвал. Они драматизируют. Вы должны были нас предупредить. Мы передумали насчет усыновления. Постойте, я же не специально. Эти сдались быстрее, чем прошлые. Зато мы с вами снова можем веселиться вместе. И что мне делать с этим ребенком? Когда же он найдет семью, которая примет его таким, какой он есть? Посмотрим, сколько часов прошло без взрывов. Целых 3. Как вы это делаете? Вот так? Нет, остановись. Ух. Это было близко. Ладно, переберу пока письма. Так, счета. Еще счета. Все это мне не нужно. О, а это что-то новенькое. Суперсемья хочет усыновить суперребенка. Ура! Я спасен! Эндрю, у меня для тебя есть хорошие новости. Да, какие? Нашлась идеальная для тебя семья. Бери свои чемоданы и срочно отправляйся к ним. Прощайте. Нет. Так, я понял. О, только возьму мандаринку напоследок. Чао. Опять? Бедный мой эспрессо. Ну, зато это было в последний раз. Надеюсь, у его новой семьи еще и супернервы. Вот я и на месте. Что ж, привет. Как я рад с вами познакомиться. Ты, видимо, моя новая мама. Ты мой брат, пранкер. И сестра Хардивин. Ну и, естественно, папа. Супергай. Все вместе мы сможем спасать мир. Наш новый брат поддержит мою идею. Нет, крушить витрины. Вообще-то мы захватим шоколадную фабрику. Похоже, у меня разыгралось воображение. Добро пожаловать в твой новый дом. Ты чему-то удивлен? Я думал, что вы будете выглядеть немного... иначе. Что-то не так? Ладно, сейчас сама проверю. В чем дело? Вау! Неужели вы умеете видеть то, о чем думает другой человек? Он надеялся, что мы будем одеты в супергеройские костюмы с плащами. Простите, не хотел вас обидеть. Эй! Я спасу эту планету! Так-то лучше. Довольно разговоров. Полетели на кухню. Я как раз буду готовить ужин. Постой, они слишком тяжелые. Они же легкие, как перышко. Да уж, к такому мне еще надо привыкнуть. Дело времени. Сынок, сбегаешь за продуктами? Хорошо, сейчас вернусь. Готово. Скатерть лежит ровненько. Спасибо за помощь, дорогой. Я принес все, что надо. О, а ты вовремя. Его же не было меньше минуты. Обычно это у тебя занимает на 2 секунды больше. Я голодный, как Халкмен. Я как раз буду готовить твои любимые бургеры. Я сначала даже глазам не поверил. Я вот очень сильная. А я, как ты понял, невероятно быстрый. Но что насчет тебя? У вас такие крутые силы, а моя может только вредить. Покажи нам. Все-таки мы теперь семья. Уговорили. Что это было? Вот, как-то так. Впечатляет. Тебе стоит переодеться. Жди здесь. У тебя мега крутая сверхспособность. Кому реально с ней не повезло, так это папе. Я слишком проголодался. Возьму вкусняшку, пока Софи не видит, что он задумал. Хм, понятно. Терпение, милый, подожди, пока я закончу. Хорошо, от нее ничего не скроешь. Как же быть? О, есть лайфхак. Даже Софи не сможет противостоять этой чудо-шапке. Иди ко мне, моя прелесть. Эй, нет, каждый раз одно и то же. Серьезно? Он превращает все в картон? Мне только оригами и заниматься. Не расстраивайся. Твоя способность тоже может быть полезной. Чем же занимаются в свободное время ребята, имеющие сверхспособности? Эллен поддерживает свое тело в тонусе. Алекс,
что он только не успевает делать. Надо выучить местоположение всех стран и городов мира. Готово? Теперь разучу 10 новых мелодий. Мамочки! Упс, я не специально. Ха, это выглядело эпично. Оу, что за бардак вы здесь устроили? Ну, мы здесь играли. Это все он. Когда я вернусь, я хочу видеть здесь порядок. Что ж, мне пора. Алекс! Его не догнать. Так что вам двоим придется заняться уборкой. Мы попали. Я поднимаю мебель, а ты доставай мусор. Как скажешь. А с тобой убираться действительно проще. Мы только начали. До сих пор поражаюсь твоим возможностям. А из нас получилась неплохая команда. Мы почти закончили. Осталось положить все в мусорный пакет. Теперь здесь идеально чисто. Вынесешь мусор. Пасуй. Упс. Как мы могли забыть про твою силу? О нет, мама вот-вот придет. Что это значит? Я же вас просила. Хе, ничего без меня сделать не могут. А вот и тот случай, когда супергерой приходит на помощь. Здесь же невероятно чисто. Привет, мам, ты вернулся. Спасибо, что помог. Алло, Фрэнк слушает? Снова? Неужели придется новый покупать? Ой, новый торшер нам тоже понадобится. Я от этого уже устал. Какое разнообразие продуктов. Надеюсь, семье понравится мое фирменное блюдо. Кто же знал, что одно из хобби этого парня – готовка? Правда, директор приюта мистер Хантер почему-то обычно был против того, чтобы Эндрю находился на кухне. Идеально! Посмотрим фильм. Оу, а дом не развалится? Берегите головы. Добавлю немного специй и овощей, ведь в них так много витаминов. Осталось лишь посолить и готово. Прошу всех к столу. Пойдем. Мой фирменный суп, угощайтесь. Это выглядит... Очень аппетитно. Я как раз сильно проголодался. Я тоже с радостью съем порцию. Там на всех хватит. Эй, хочешь посоревноваться, кто быстрее все съест? Я первый. Фух, это было вкусно. Хочешь еще? Да, я наелся. Ой-ой. Куда это он? Не знаю. Я вернулся. Были кое-какие дела. Посмотрю-ка в воспоминаниях. Какой ужас. Лучше не ешь это. Почему? Ты не видела то, что я видела. Бедный твой папа. Ему уже не помочь. Ммм, остренько. Ой, что-то мне нехорошо. Ему что, не понравилось? Хотя это невозможно. Бедный мой живот. Ух, еле успел. Мои взрывы то потише. Думаю, нам всем стоит выйти на улицу, прогуляться. Поддерживаю. Ага, подальше от этого запаха. Какое облегчение. Ой, здесь нет туалетной бумаги. Меня кто-то слышит? Никто. И что делать? Точно, придется пожертвовать стиральной машинкой. Впервые моя сила мне пригодилась, наконец-то. Ха-ха-ха. Милый, а куда делась наша стиральная машина? Понимаешь, это долгая история. В смысле? Сейчас сама посмотрю. О, нет, ничего не получится. Что это с ним? Ладно, я все равно узнаю. Еще 5 минут. Я не выспался. Выключайся. Ну уже. О, фу, который час? Сколько? Это плохо. Я же так опоздаю. Эй, Алекс, просыпайся. Нам пора в колледж. Отстань от меня. Доброе утро. Привет. Я проспал. Надо хотя бы почистить зубы. Как не вовремя закончилась зубная паста. Доверь это дело мне. Там еще достаточно пасты. Просто ты слабенький. Держи. Спасибо. Теперь можно отправляться в колледж. Не понял, а где же мой ланчбокс? Не знаю, я же ничего не успею приготовить. О, ланчбокс Алекса. Он все равно опаздывает, так что возьму его.
Эй, какой хороший сон. Проснулся как раз вовремя. До начала урока еще куча времени. Такому быстрому парню точно не стоит беспокоиться об опоздании. Прости, но это мое. Увидимся в колледже. Но что же мне тогда есть? Не знаю. Попроси помощь у папы. А это идея. Папа! Что случилось? Мне нужен ланчбокс. Ты обратился по адресу. Здесь ничего нет. Здесь тоже. О, нашел. Вот. Но вся еда картонная. Да уж, не подумал об этом. Прости. Эх. На сегодняшнем уроке мы с вами будем проводить опыты. Вы должны смешать эти реагенты, и тогда получите нужную химическую реакцию. Как интересно. Главное, ничего не перепутать. Смотрите. Ух ты! Надеюсь, вы все поняли. Приступайте. Значит, нам нужен взрыв? Ага, круто, правда? Кажется, мне нужны эти пробирки. Нет? А если добавить эту жидкость? Все еще ничего, придется читерить. Смотри, что сейчас будет. Стой, не делай этого. Ого! Что это было? Как вам? Взрыв. Это искусство. Мы же не рассказываем другим о наших силах. Да ладно вам, что в этом такого? Кто там? Вы умеете взрывать вещи? Вы мутанты? Там целая армия журналистов. Как же так? Эндрю, это из-за тебя? Я же не знал, что так получится. Мы – семья, и мы совсем разберемся. Пойдем поговорим с ними. Это правда, что у вашей семьи есть суперспособности? Вы все не так поняли. Мы никакие не супергерои. Микрофон! О, смотрите, они уже и отсюда нас снимают. А я должен им похлопать. Возьми это. Какой суперсилой вы бы хотели обладать? Пишите свои ответы в комментариях под этим видео. Пора пополнить наш семейный альбом новым фото. Готово. У нас такие милые и талантливые дети.